Спасением бездомных кошек и котят Мария Романцова занимается уже несколько лет. Девушка подбирает животных с улиц, выманивает из подвалов, выхаживает, лечит, стерилизует и пытается найти им хороших хозяев. Сейчас на ее попечении около 30 пушистых четвероногих. Котят берут лучше, чем взрослых кошек. Взрослых животных пристроить сложно. И это удивительно, потому что взрослое животное, оно уже со сложившимся характером, оно уже спокойное, не буйное, не носится, не портит ничего. То есть, как бы... Для человека идеально. Пришел, посмотрел, ласковое животное, все выбрал, забрал. Они уже и к лотку приучены, и все обработанные. Содержать животных Марии помогают и некоторые ветеринарные клиники нашего города, предоставляя место в своих помещениях и делая скидки на стерилизацию. В основном девушка держит животных у себя или ищет им временные передержки. У меня есть группа своя, где я выкладываю и сами процессы, как мы ловим животных, как они содержатся, и, соответственно, объявления. Даем по городу объявления. Нередко Марии приходится сталкиваться и с нерадивыми хозяевами. Взяв, например, маленького котенка, люди оказываются не готовы к тому, что он может не спать по ночам, носиться, играть, царапать мебель и так далее. Очень много подводных камней, и очень сложно найти именно хороших хозяев, которые готовы ждать, терпеть, воспитывать животных. Мы, конечно, стараемся сделать все, чтобы животных не возвращали. Задаем вопросы, консультируем по питанию, по наполнителю, по прививкам, по обследованиям, то есть помогаем в стерилизации, в кастрации. Все вопросы Марии можно задать через сообщение в группе «Дай лапу соров» ВКонтакте. Там же можно посмотреть животных, которые находятся на ее попечении, и подобрать себе пушистого друга. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».